Друзья, добрый день. Почти 11 часов. Сегодня понедельник, 8 апреля 2024 года. Я с утра вышла, ну, часа полтора назад, вышла открыть теплицу. Ну вот, и я задержалась на террасе, сделала перестановку, кое-что тут почистила террасу. Завтра обещают дождь. Короче, придумываю композиции, переставляю горшки. А вот переставила, смотрите, мой уголок с суккулентами. Очень даже неплохо, мне кажется, получается. Вот, пока там цветут еще цветочки, смотрите. Остик, и прям вообще неплохо получается. Ну, не считая трещины на доме, но это придает только шарма, как я говорю. Перенесла сюда свой иониум. Он, конечно, с другой стороны весь лысый. Ну, не знаю, может быть, в этом сезоне я его не распикирую. Здесь тоже, смотрите, все у нас цветет. И что я вчера заметила, гляньте, в принципе, это один и тот же цветок, как бы. Хотя нет, а нет. Это вот эта вот каменная роза, наверное, она называется. И цветет она вот такими беленькими цветочками, да? А вот такой вот этот цветочек, смотрите, живет, цветет точно такими же, только желтыми цветочками. Вот уж. Здесь у меня, смотрите, иониум дал деток уже. Поэтому эти вот большие листочки, они все осыпятся скоро. Подсохнут, я их уберу. Вот, и волнует меня, конечно, вот это вот эшевелия. Эшевелия. У нас она называется эшевелия. Вот, смотрите, видите, пошла черными пятнами. То ли от дождя, то ли у меня муж несколько раз вылил воды, и им же нельзя, чтобы на них долго задерживались. Вот это фиолетовое, смотрите, видите, деточка лезет. Вот, этот прекрасный цветет желтый. Хотела срезать цветы по совету некоторых цветоводов, которые занимаются суккулентами. Типа они некрасиво цветут. Вы знаете, я считаю, что очень даже симпатично они цветут. Потом, как это отражается на самом растении, я вам не могу сказать. Ну, например, смотрите, вот он цветет. И смотрите, сколько он деточек дал уже. Ну, это просто какая-то песня. Уже им тут тесну, конечно же. Вот здесь, вот смотрите, видите, я прикладывала листочки, вот уже малыши пошли тоже, видите, вот эти вот такие звездочки, типа вот этой, наверное. Так, что еще тут интересного? Здесь все интересно. Вырос у меня вот этот, как бы кактус, видите, кактус, алоэ вера, мне кажется, быстрее всего из семейства. Это мне сосед давал, маленький такой росточек. А этот вот такой вот цветной, да, вот этот. Я привезла со свадьбы в прошлом году. И он в горшочке у меня. Нам каждому по суккуленту это ставили на стол с нашими там именами. Я еще третий брала, когда десерт раздавали. Десерт тоже предлагали взять по суккуленту. Один у меня пропал. Вот этот взялся, видите, он уже был вообще. Я пока увидела, что он загнивает, уже высадила его, он вообще был никакой. Теперь уже вот эти листочки можно будет убирать. Вот он тоже такой красивенький растет. И вот этот вот у меня привезенный со свадьбы. Вот этот. А вот эти алоэ вера, мне надо их каким-то образом выковырить отсюда. Один и второй. Они тут место занимают. И тоже, посмотрите, он такой неудачный. Но он у меня сразу был неудачный. Вот, я его купила подмороженный уже много лет назад, уже, может быть, 5 лет. И вот я его все что-то пересаживаю. Там он деток давал, видите, я рассадила. Вот. Здесь у нас тещин коготь. Вот этот вот. Это я привезла из Ниццы. Ну и опять же вот такой вот. Я вот эти вот, которые длинные ветви, вы знаете, я их обрежу. Они что, они там болтаются? И просто положу себе на круглую клумбу, где там много полива нет. И будут они у меня там. Возьмутся, куда им деться, правда же? Вот. Ну, такая красивая у меня в этом году композиция, я считаю, на мой вкус. А там уж, конечно, каждому свое. Так, здесь в этом горшке будут убираться тюльпаны и нарциссы. Причем я буду подписывать на мешке, что там за луковицы. Буду сохранять до осени.
Вот здесь уже нарциссы, все уже, еще один денек буду тоже обрезать. Вот прям решила прям вот в этих горшочках по три поставить молодые пеларгонии, мне так будет проще за ними ухаживать. И, наверное, в такие же горшки, у меня там еще маленьких горшков хватает, я принесу и поставлю где-нибудь. Может быть, несколько горшочков пойдет. Посмотрите, принесла столик, вспомнила, что столик. Это, в магазине увидел, думаю, ой, а где мой столик такой? Ну вот, смотрите, поставила сюда столик. Вот как раз-таки фуксии нужна тень, полутень. Они у меня, я думаю, это тоже будет плетистые. Здесь у меня, наверное, два сорта. Не знаю, посмотрим. Я в том году купила одну голубую и одну розовую, и у меня какая-то из них пропала. А вот это вот моя старая, я ее там буквально вот это расчеренковала, вставила в землю. Черенки, видите, как она уже хорошо нарастает, она такая молодец, живучка. Я уже в том году думала, что я ее потеряла. Но не стала уже там все выбрасывать, опять понатыкала, понатыкала, видите, взялось. Даже она уже один раз цвела. Но это из самых простых фуксии. Там мне Светочка прислала корешок фуксии, она так тяжело берется, прям вообще тяжело. Принесу здесь, вот поставлю рядышком, в тенечке, чтобы мне не забывать ее поливать, чтобы не потерять. Но она очень плохо берется, не знаю, даже удивительно для фуксий. Обычно они хорошо берутся. Ну вот здесь, девочки, смотрите, с помощью стульев сделала тоже вот такую композицию. Это все равно все еще временно. Я что-то, может быть, где-то буду переставлять, но мне нужно было хотя бы распределить эти большие горшки и посмотреть, куда что пойдет. Потому что я хочу, чтобы мои цветы стояли у меня перед глазами. Поэтому вот оттуда, вот где они у меня стояли уже несколько лет, им вроде бы здесь и неплохо было, когда вот мы кушали, красиво было. Вот. Но я их видела здесь только вот здесь. Вот, да, вот они все стояли. Но я их видела только, когда мы обедали. Потому что я еще сижу лицом в эту сторону. Все остальное время я о них не помню. И вот они стоят, их там польем, и про них забыли, и никто не видит их цветения. Поэтому я решила, что я их перенесу все на террасу, постараюсь каким-то образом распределить. И я думаю, что все получится. У меня там еще есть же несколько горшков, которыми Светочка прислала тоже. Но они все еще молодые, поэтому, может быть, я их так, чтобы сильно на солнце они не попали, может быть, пока выставлю здесь. Хотя вот здесь, вот здесь тоже я не планирую много чего ставить. Разрастается потом шелковица, там остается только одна галимая тень. Потом вот улитку я поставлю вот сюда на землю. Разрастается тоже остик там. А вот в этот сюда можно поставить один горшок. Вот сюда можно поставить один горшок, как у меня, вот видите, вот эти вот есть место немножко. А здесь Мари-Кюри у меня хорошо нарастает, и мне нужно сегодня, вот здесь вот я увидела, есть сухие ветки остались, я не увидела. Вот, сегодня привезут мои клематисы, уже есть сообщение, что они уже у шофера, поэтому здесь 10 до 12 их привезут в пункт. Может быть, Марис успеет до обеда забрать, он сегодня уехал бабушке одной там помогать. Вот, так что, друзья мои, вот убрала отсюда я свои лаванды. Одна стоит вот туда, я поставила, смотрите, возле этой печки для пиццы. Зажелтела она вся. Я ее срежу цветочки, поставлю в букетик. А здесь нужно принести все нижние тарелки, потому что на террасе ничего не должно стоять без тарелок. Терраса сразу вся покроется ржавчиной и так далее. Поэтому здесь вот все это еще, это все еще для очистки. Вот эта пеларгония. Видите, какие у нее покусанные листочки? Ну, это вот как бы, вы знаете, такой вот как эффект сорта. Это тюльпанчик. У меня раньше было много тюльпанов, я их хорошо черенковала. Сейчас, мне кажется, у меня их вообще, вот, может быть, только этот и остался. Поэтому я вот буду за ним следить, посмотрим. Ну, вот здесь вот я, видите, выставила цветочки. Но я хочу там вот почистить, я же вам рассказывала, да? И подсыпать гравием. И потом, если мне не будет хватать до самого конца вот такого размера этих горшков, ну, я их просто немножечко поставлю пореже. Вот, конечно же, вот эта вся земля, она будет еще осыпаться. Я вот думаю, у меня есть в одном месте вот этот чабер садовый. Я думаю, надо мне его нарезать.
Сейчас вот он цветет, может быть, нет, не факт, что нужно его сейчас подсаживать. И просто вот его укоренить по всей длине, когда он нарастет. И здесь вот тоже, вот я думаю, тоже можно чем-нибудь типа чабера засадить. Потом, когда он начнет куститься, просто его стричь на уровне дорожки, и будет прекрасно. Но это все труд, это все время прежде всего, поэтому да, это мои планы. Как я там буду справляться, посмотрим. Вот, заказала я две решетки, вот таких вот пластиковых белых. Одна будет закреплена здесь вверх, для моей этой Ютерсен, для розы. А вторая, либо здесь сетку попрошу мужа, чтобы натянул. Здесь уже вот опять, раз увидите, все как все на соплях. Вот здесь же у меня будет большой клематис расти. В принципе, если он хорошо пойдет, то все это закроется со временем. Для того они предназначены, эти клематисы. Вот, но не знаю, не знаю. Вот, смотрите. Хотела здесь вот поставить столик, но потом я не пройду. Вот смотрите, как Мишка разошелся. Слушайте, даже в этом году клематис выдал ногу. Вот они у меня молодцы. За что они меня так благодарят? Расскажите мне. Умнички мои. Всякая гадость растет. Мешает нам, правда? Вот смотрите, откуда Мишка идет. Прямо вот с самого корешка. Это вот здесь земелькой чуть-чуть подсыпать, и все. И вот этот вот укоренится. И этот даже, если подсыпать побольше земелькой. Гляньте, сколько новых побегов. А я уж думала, все, мой Миша уже отдал концы. Вон уже и бутон, смотрите, с той стороны. Ему, конечно, тесно моему Мишке. Поэтому, ну, девочки, а что я сделаю, если у нас только вот столько места? А хочется всего. Поэтому, Мишуля, давай старайся. Вот, здесь у нас все прекрасно. Вчера я показывала, да, что я гусеницу здесь словила. Брызгала я вчера этой крапивой. Ну, конечно, посмотрите, видите, они уже, эти гусеницы, пожрали все. Ну же, зараза. А улиток сколько я сегодня нашла, вы не представляете. Вот переставляла, делала перестановки, там они и под чашками эти, под нижними, и под камнями, и везде. И приезжала сестра позавчера. Это, я как раз вышла цветы поливать. И она тут осталась на террасе, разговаривали. И что-то мы заговорили про цветы. Я говорю, слушай, улитка, сейчас эти все биологические средства, эти все экологисты уже задолбали, ничего не купить. Абсолютно у нас никакой ни химии нет, ничего. Для улиток вот эти голубые гранулы у нас больше не существуют. Продают какую-то ерунду биологическую до первого полива. Вот, я вам уже рассказывала. Она мне говорит, ну ты же... Я такая, она такая, да. А потом такая мне говорит, ну ты же не убиваешь этих улиток? Я говорю, нет, собираю ее. Да, собираешь? И потом готовишь. Я говорю, послушай, Дуниза, если ты хочешь, так я их соберу и тебе отдам ведро. Я говорю, эту гадость есть не буду. Ползает тут, мне жрет мои эти. Я говорю, вы такие интересные. Они, я говорю, у нас растения стоят по цене вообще крыла самолета. Вот, без всяких уже как бы преувеличений. Я говорю, я буду сейчас смотреть на улитку, которая ползет на мой цветок и просто ее подло сжирает. На всю мою рассаду и все такое. Я говорю, ты что, смеешься? Да ой, ну жалко. Я говорю, ну тебе жалко, говорю, приезжай, забирай, если тебе жалко. Приезжай вон, иди в огород, поднимай камни, собирай этих улиток и забирай себе. Я только тебе спасибо скажу. Ой, ну да, ну нет. Я говорю, ну так да нет, и сюда нет. Такие деловые, слушайте, защитники природы заколебали. Эти защитники природы, понимаете, я уже даже не знаю, что они делают больше. То есть человек должен сгинуть. А вот эта вся тварь, которая жрет это все и нас кусает, они должны жить. Кровососущие и так далее. Вот такая вот политика у этих зеленых партий. Вообще. Уже надо же какие-то границы иметь, понимаете? И это нельзя, Все запрещено. Господи, ягоду нигде не сорви по дороге. Вообще дурдом какой-то. Роза, видите, как у меня цветет в этом году плохо, ее даже не видно через жасмин. Ну и бог с ней. Вот цветет так и уже хорошо. Такие дела, мои друзья, поэтому я пошла. Я еще даже стакан воды не выпила. Уже сносила же свои яблоньки, посмотрела.
Ну вот, и смотрите, что на моей тут камелии вот зацвела один цветочек. Маленький такой. Ну вы посмотрите, какая она. Ну это просто какая-то катастрофа. Вы представляете, как ей тяжело здесь расти. Я вообще не знаю, что делать. Ну вот две уже у меня погибло. Это последняя стоит, корёчится. И мне просто жалко это растение, честное слово. Все равно толку нету, цвести оно не хочет. Вот, я на него на больное смотрю, у меня сердце кровью обливается. В землю его не пересадишь. Посмотрите, вот сюда я поставила, пока Марис мне там подсыпал земли. Вот когда наберу маленьких цветочков для композиции, потом сниму эту вазу, пускай пока так постоит. А вот здесь вот я вытащила этот горшок с остиками, он вот здесь стоял. 10 улиток под ним, под горшком было. 10. Поэтому можете себе представить. Ой. Так что после обеда я буду садить свои клематисы. Надеюсь, что они там у меня не погибли. Но при такой долгой перевозке. Ну, они там хорошо упаковывают, как бы у них сохраняют они влагу. Надеюсь. Вообще от этого сита никогда у меня не было проблем. Проблема в другом, что как они вообще додумались высылать посылку на выходные. Вот это, конечно, их прокол вообще стопроцентный. Видите, растут у нас дикие ирисы, а там вот смотрите, какое поле. А я по полюшку иду, по полю. И вдруг ирисы попались мне. Смотрите, какая красота, правда? Вот так растут сами по себе. Но сюда их муж приносил, подсаживал. Я вообще не понимаю, что он так далеко их унес-то. Да, и вот у нас еще зацвели они вдоль дороги. Я вам показывала. Я вот хожу еще в пижаме. Поэтому, может быть, сейчас вам и покажу. Посмотрю, никого там нету. Хотя, кто у нас? Соседи все уехали на работу. Молодежь. Люблю вот этот свой проход. Так оно красиво получается. Вот, жасминчик, смотрите, видите, весь пошел. Еще тоже никак я его не закреплю. Не хватает у меня рук. Вот, потому что все вот это вот потихонечку, расстановочка, дизайн, придумывание чего-нибудь. Это, конечно, все на мне. Вот, горшки тяжелые. Пока переставлю, пока натягаюсь. Смотришь, уже у меня и сил нету. Тут тяло такая стала вообще никакая. Вот это желтое растение, уже говорю Марису, пойду вырву. Оно мне сейчас насеется вот сюда, мне только его не хватало. А у него там корни там вообще. Вынесла я иммортель, бессмертник. Отцветет, я его потом черенкану. Он очень хорошо пошел снизу, видите? Вот поэтому можно вообще вот так вот все обрезать. Он тогда будет расти шапочкой. Ну, дождусь цветения сначала. Здесь все, смотрите. И вот теперь вот эти вот листья, им нужно дать усыхать, понимаете? Надо выкапывать по-хорошему эти все тюльпаны. Но я их не выкапываю. Потом надо осенью их пересаживать. О, Господи, это же спину сломаешь. Поэтому я их оставляю. Нарциссы мыши не съедят, ничего с ними не сделается. Здесь вообще вон еще и травами все заросло. Бордель настоящий. Ну, девочки, мальчики, не судите строго. И посмотрите на нашу липушку. Вот она, красотень. Так долго она не раскрывалась в этом году. Я уже начала переживать. Помните, я говорила, молодая раскрылась. А это еще только-только там. Это бутонилось. Ну вот так вот раз и все. Смотрите, как у нас здесь теперь красиво. Ирисы раскрылись. Сирень цветет. И даже с этой стороны у нас как бы ирисы вообще никогда сильно не цвели. Даже в этом году они, смотрите. Марис все вот эти деревья вот так вот подрезал, чтобы они не затеняли. Ну вы видите, какая красота? О-ля-ля. И сирень цветет. И ирисы цветут. Запахи. Вчера вечером прям Марис два раза заходил домой и говорит, Господи, как у нас пахнет вкусно везде на террасе. И это, ну так еще бы. Все цветет. Красотень какая, правда?
Вот, так что, конечно же, весна – самое хорошее время года. Вот это вот все цветение прекрасное, погода щадящая. Ой, это мой муж, наверное, видит. Боже мой, сейчас скажет, ты в пижаме ходишь. Смотрите, видите? Точно, мой. Мой несется. А ты заехал он за этими, за клематисами. Вот такой вот вид у меня из окна сегодня. Я думаю, что очень даже неплохо. Девочки, смотрите, получилось сегодня вот такую вот корзиночку, ну, это чтобы вот, она написана для яиц, да, чтобы легко было яйца вынимать, сразу погружать в холодную воду. Ну и можно, и хорошо будет на пару делать кусочек курочки, потому что рыба немножко прилипает кожицей к этому, как его, к дуршлагу, я не знаю, как его правильно назвать. Вот, поэтому, слушайте, 4 евро стоила штучка такая, вот я заказала, мне сегодня ее привезли. Вот, так что буду варить яйца. Девочки, посмотрите, как у меня тут уже готовы мои проростки. Я их специально уже теперь поставила на солнышко, чтобы они зазеленели. Там у меня смесь с брокколи, я думаю, и это... Альфа-альфа, это вот это вот люзерна. И сейчас я, мои хорошие, буду делать, замачивать смесь капуст. Здесь, по-моему, 4 капусты. Красная, кресон, потом это, как ее, капуста кале. И, слушайте, даже в очках я ничего не вижу. Вот. Короче, все это настолько просто делается. Берется ложка этих зерен. Так, ну, я не взяла палку селфи, к сожалению, поэтому я сейчас, конечно, могу все это рассыпать благополучно. Просто вот так высыпается в баночку. Если ложка большая, столовая, то ложку. И у меня эта банка поменьше, чем вот та. Но я потом, когда те проростки выниму, я потом переложу. Вот. И все это заливается водой. Я заливаю обычной фильтрованной водой. Оставляют это на ночь. Ну, вот я оставлю до вечера. А вечером сполосну. И уже поставлю вот таким образом. Я ставлю вот сюда, к стеночке, чтобы не падал прямой свет. И в течение 4-5 дней это все у нас нарастает. И получается вот такая прекрасная наша добавка. Пробиотическая. Очень полезная для нашего организма. В салаты, на бутерброды, в супы и так далее. Так, ну что, муж приехал, привез мне мою посылку, но опять же, он еще дорабатывал, возил с собой. Я говорю, ты их открой, чтобы они проветривались. С 4 числа они упакованы. Ну что, девочки, послушайте. По большому счету они хорошо сохранили. Сейчас я все равно водичку поставлю. Вот, здесь у меня тай-дай. Такой дорогой клематис. И вторая у меня Монтана. Так, у меня, к сожалению, я сейчас телефон положу, потому что я боюсь, что там переплелись веточки. Вот как догадаться, где какой. Видите, видите сразу по листу, что разные. Вот, листочки. Я, конечно, в клематитах ничего не понимаю. Слушайте, тут ощущение, что тут... Монтана? Вот она, Монтана. Она тут уже цветущая у нас. Значит, вот эти зубчиками, это у нас Монтана наша, которая до 10 метров идет. Ну, сейчас будем смотреть. Какие они у меня прекрасные. Вот этот вот, я не знаю, как правильно произносить, тай-дай. Вот ти-дай. Смотрите, видите? Тай-дай вроде бы как. Посмотрите, он огромнейший, огромнейший. Ему уже подвязка нужна. А этот, который наша, Монтана Майлин, Мейлин, не знаю, как по-русски будет звучать у вас. Вон, смотрите, цветущие. Ну, цветочки такие простенькие, конечно. Она должна быть немножко розовой, но она есть немножко розовая. И вот, конечно, все, еще в один день они бы начали завязывать. Все, земля только-только выдержала эту влажность. Сейчас я их замачиваю.
И после обеда мы сейчас покушаем, будем сажать. Красота. Ой, девочка, я так рада, мальчики, девочки. Красота, правда же? Вот видите, какая корзиночка. Вот я буду разогревать сейчас рыбку на пару. Ой, сейчас упадет. Сейчас я доиграюсь в своей кастрюльке. Одной рукой плохо. Смотрите, раз, девочки, смотрите, какая прелесть. На пару разогревается. Все, вообще шикардос. Оно получается сочное такое. Такое прям вот как будто только приготовил. Готовила вчера. Ровно 5 минут готовится рыба на пару. Вот, поэтому я очень довольна этим всем. Что всякими прибамбасиками. Так, ну что, мои друзья, сегодня у меня прям такой забег по работе на террасе, а у нас и ветер, завтра обещают дождь. И у нас же вот сейчас вот цвели сосны, и вот эти вот шишечки от сосен, да, которые вот не опылившиеся, видите, мы уже ведрами тут выметали. Я с утра тут навела такой порядок, такую чистоту, как поднялся ветер, как нанесло этих шишек там за 5 минут. И после обеда вот я получила свои клематисы. Я их посадила и одновременно, посмотрите, вот я вам говорила, да, что я подсыплю здесь эту галечку, щебень, вот, а с другой стороны вот эти вот, ну как это, кора, пан, это сосны. Ой, слушайте, не удержался телефон. Вот. Мне кажется, стало более нарядно, посмотрите, так чистенько. Даже, конечно, тут вот эта вот земля такая страшная, это серая вообще. А мне еще нужен мешок, чтобы подсыпать вот эту вот клумбу тоже между всем, что здесь растет. Я сюда регулярно подсыпаю. В прошлом году не делала, но я частенько засыпаю здесь тоже это все пространство этой корой. Оно тогда, знаете, оно как-то и нарядно смотрится, и чистенько. И если трава полезет, то, конечно же, она и вырываться будет полегче. Но здесь вот и клубничку тоже я так оформила. Вот здесь вот засыпала. Вот мой клематис, это мой тай-дай. Только в конце недели получим наши вот эти вот решетки. Сейчас я его закреплю, чтобы его мне ветром не сломало. Ничего подвязывать еще не буду, потому разбирать не буду, он там колечком свернут. Потому что потом не разберу, пускай стоит. Вот, дотерпим до конца недели, ничего с ним не случится, потому что если сейчас я его распрямлю, он мне зацепится за розы, и потом пиши пропало, придется мне обрезать. А здесь вот у меня это, как же она тогда, Монтана, или Мейлин, или Майлин, M-A-Y-L, два раза, U-N, вот это, которое до 10 метров растет. Тоже, смотрите, мы сделали здесь такой шалашик. Сейчас вот пока я ее тоже должна распределить. И потом, слушайте, решили, что не будем мы здесь натягивать еще одну сетку. Оно держится, вот эти вот решетки, они тоже из соснового дерева. Они хоть и старющие, но они еще, ну, держатся немножко. И я надеюсь, что со временем затянется это все мне потом. Все это клематитом, пойдет вверх, потом вот я его зацеплю здесь, если хорошо возьмется, а что ему не взяться, корни там шикарные, вот, здесь тоже подчистила мишечку нашего, подсыпала удобрения, подсыпала земельки, вот тоже вот закрыла немножко этой корой, хотя розы не любят, я в розы не насыпаю почти никогда кору, потому что очень давно я прочла, что если плотный слой, смотря там еще какая кора, она может быть просто будут корни упревать у роз, поэтому вот такие дела, так что у нас тут небольшие прошли работы, видите, вот так вот сейчас это смотрится. Ну вот, я уже прям этот уголок прям полюбила. Он мне как, мне кажется, таким домашним. Ну что, не знаю, куда мне этот левый, этот львиный, этот зев сажать. Сюда принесу, поставлю горшки с настурцией. Она у меня такая плетистая. Тоже, чтобы закрыть эти лысые пятна. Ну, послушайте, куда-нибудь присажу. Не буду я сюда ничего сильно покупать. Я, наверное, потом осенью... А может быть, куплю еще шалфея вот этого цветного. Или как, надо сюда какой-то вот куст
Послушайте, вот куст у меня прекрасный есть. Этого шалфея цветущего. Он таким большим нарос. Вот бы его сюда в середину. Он вечно зеленый. Вот, и так бы было хорошо. Вот я подумаю, может быть, я так и сделаю. Так что вот, девочки, не знаю, как вы находите мою красоту. Ну, чистенькая, чистенькая, хорошо. Мне кажется, что намного лучше, чем было. Поэтому меня только печалит то, что очень много уже больного листа на розах, посмотрите. Но эта роза болявая, я же ее уже года 3-4-5 хочу постоянно вырыть и выбросить. Да рука не поднимается, она вон уже и цветет, она сама опадающая, ее не нужно обрезать, сами бутончики. Она у меня была такая, знаете, прям на эту арку наполовину вот так заходила. С другой стороны был Пьер де Рансар. Вот. Красиво она цвела тоже, она цветет таким ковром красным. Потом вот она начала болеть и болеть и болеть и болеть. Ну тут, знаете, что-то взяла немножко, отошла. Даже вот там вот я вижу веточка. Вот, мне нужно на стульчик залезть и просто ее закрепить на арку, и начнет она стелиться тогда туда. Вот, так что уже 7 часов, 8 час. Я уже сегодня ходила пару раз к деревьям своим. Яблонькам. Яблоньки у нас пошли. Первое особенно хорошо. Посмотрите, какая красота. Ну так красота красотой. А тут же вон у меня, гляньте. Листочки больные образовались. Ну надо же. Вообще, как бы, бременские музыканты не очень болючая роза. Вот, но уже мои друзья. Ага, вот смотрите. Кто-то тут у меня сидит. Наверное, какой-нибудь паук. Я его сейчас уберу. Вот. Короче... Тут крутишься, 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 крутишься. Дело в море. Руки только две. Но Мариса тут, что мне Мариса, принес мешки с землей и сделал этот шалашик. Ну, уже посмотрите, уже начинается у меня такая, правда, сказочная красота. Я люблю свой сад. Ну, вот тут, казалось бы, ничего особенного нет, никаких растений. А потом пойдешь и одному растению покланишься, и другому покланишься. И там остановишься, и там посмотришь, полюбуешься. Все равно, единственное, что вот уже завтра у нас вроде завтра, послезавтра дожди. И тогда я уже обрежу все нарциссы. Нарциссы, тюльпаны, все, что отцвело. Это тоже работа, это даже не на один час работаю, полно работы. Вот, ну, этот наш уголочек тоже распрекрасный. Ой, так что... Так что все хорошо. Вон там, смотрите, видите, у меня клематис вон белый. Сейчас я увеличу вам. Он пахнет жасмином реально. Ну, он так неудачно растет. И слушайте, вот он у меня сидит вон там внизу. Вот видите, нога такая деревянная. Я его в том году подрезала немножко плети. А потом как потянула, плеть отрезала, и чтобы вот ее выдернуть. А у меня там же вот эти вот все эти розы. Вот, оно как потянулось за этой плетью, короче, я даже не знаю, где там, что там. Ну и вот этот уголок мне тоже надо доделать. Ну, сегодня уже все, я устала. Тут это, я увидела здесь много мертвых веточек, тоже некрасиво. Вот, а Светочка сегодня писала, показывала фотографию, вот фуксию, которую она мне прислала, не хочет, вот она мне посоветовала обрезать наполовину листочки. Она вялая, послушайте, в горшочке вот она, она такая и в посылке немножко уставшая пришла, и она не отходит. Обычно фуксия, послушайте, она такая живучая. Ну, будем надеяться, что выживет. Жалко, конечно, будет, если не возьмется. Потому что все остальные цветочки у нас взялись. Вот, ну красиво, правда же? Слушайте, ну так все рано, так все рано. Я говорю, уже мне в этом, в мае месяце, может быть, еще какие розы будут цвести. Мне уже снимать будет нечего. Пойдемте посмотрим с той стороны, может быть, пинклот цветет уже. Ой. Машин полно там. Ребята играют в питанг. Ага, пинклот вон там. А здесь как заросло, слушайте, такая дырища была. Я переживала, что будет это. Все видно. Тут теперь этот жасмин мешает моей розе, понимаете? Я ее тут вчера вытаскивала.
Так, а что тут с листьями? Такое что-то сосущее есть. Молодые листочки. Уже кто-то погрыз. Прям слушайте. И я сильно не дергаю, потому что, во-первых, клематис будет цвести, это раз. А во-вторых, они еще такие, слушайте, еще такие, видите, какие жиденькие такие эти прутики. Можно сразу сломать, поэтому я пока не трогаю, пускай деревенеют. Вот. Заросло как вообще на глазах. Правда же? Ну, слушайте, когда зарастает, это лучше, чем когда дыры. А дыр у нас хватает все-таки. Вот здесь вот жасмин, вот видите, вот. Он из той же серии, что у меня сидит вот там в углу, на углу дома и напротив бассейна. Это одна и та же серия с одной и той же покупки. Видите, он здесь не растет и все. Ой, кстати, сульфат чего-то там. От этих вот белых этих листочков, которые белеют, видите, им хлорофилла там не хватает или чего. Муж убирал в этом в комнате Мэгги, в спальне Мэгги, и нашел. Надо будет удобрить немножечко. Я один раз так удобрила, девочки, там мне кто-то посоветовал по листу пройтись. Оказывается, это оказался не тот препарат. Я сожгла, помню, гортензию. Вот, видите, все. Подцветало, вот уже, смотрите, видите белые тюльпаны здесь, да? Они все эти белые тюльпаны были вот здесь вот под, там, как и под хурмой. Но это уже мыши растянули, видите, вот они везде. Вот там, вон там. Ну, я вам хочу сказать, то количество тюльпанов, которые я высадила, я их сильно и не вижу. Вот, потому что я все-таки штук 30 привезла. Из Голландии, значит, они не взялись. А вот эти, посмотрите, мне очень нравятся вот эти. Сейчас я увеличу. Они такие, послушайте, смотрите. Я их называю тюльпаны Сезанна. Такие красивые они. Такие, как картинка. Вот у меня их было много-много. Ну, вот ничего не осталось. Здесь вот тоже, смотрите, сейчас вам покажу. Вон розы уже все. Вот эти уже листья все больные. Что им надо? Вообще не понимаю. Ну и, конечно, там вот вдоль этой решетки мы ничего не сажаем, потому что потом уже будет не подойти. Там, если надо что-то обработать, обрезать или что. Ну, короче, очередная попытка зарастить что-то. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот видите, жасмин отошел, и особенно вот там на крыше, вот сейчас я вам увеличу. Смотрите, там много-много новых молодых побегов. Ну что, сходить показать вам яблоньки. Давайте сходим. Вот это вот растение, девочка, что вы мне говорили? Это барбарис, не барбарис. Смотрите, вон куда аж пошла ветка. Смотри, тут вон и сделал же вот и подставочку. Смотрите, и вот куда мне ее выложить? Так, здесь я ничего не сделала с будлей. Что-то тоже вот она начинает желтеют листья как-то рано. Ой, тоже надо заниматься. Бузина моя. Бузинушка. Видите, листочки сначала черные. Вот здесь цветет и зацвела эта вот сирень, которую в том году Марис мне принес. Она немножко другая. Это не дикая сирень. И вот только одна веточка. А где остальное? А у меня под окном вообще не цветет. Ах! Липа-липушка, урожи такие уже, томаты, там вообще обалдеть можно. А у меня только 4 томата приличных, все остальное не растет. Смотрите, какие у него томаты. На 2 или на 3 недели садил позже меня. Вот что значит температура хорошая. Стоят они, видишь, как быстро растут. Не то, что у меня. Куры вон там уже собрались. Уже готовятся, наверное, они 8 часов заходят. Девочка, ну вот как поесть в 6 часов, расскажите мне. Или хотя бы в 7. Смотрите, видите, вот собрались такие. Выжидают что-то. Что вы выжидаете, обжорки? Ваш месье вас кормит хорошо. Заботится о вас. Видите, какие у нас они тут. Красотульки. Девочка, самое главное, посмотрите, какой у нас заливные швейцарские луга. Обалдеть! Рожи так в этом году выстрек. У него теперь еще одна машина и еще такой, ну как ручная коса такая.
автоматическая. Вот наши розы цветет, Grand Vid. Розы все больные, но цветут и цветут. Ну что я сделаю? Но букет не нарезать, такие ножки все короткие. Ароматы обалденные, обалденные. Сейчас вот сирень цветет, и ризы цветут. Посмотрите, какая у нас тут зелень. Я сегодня утром пошла, Марис уехал, Рожи куда-то уехал. Я тут одна такая, хожу себе в пижаме, любуюсь своими растениями и думаю, господи, как хорошо-то. Такие вот, слушайте, видите, это все виноградик завязывается. У нас даже на новом виноградике тоже завязались. Уже и попробуем мускат. Смотрите, видите? Вот. И хожу я тут такая одна, рассматриваю все по этому зеленому лугу, вот пока вот не выгорел весь. Там деревца все пересмотрела, все эти яблочки, которые цветут, колоновидные. Надо это, есть у меня банка, надо смазывать от муравьев, пока не поздно. Мигалочка вчера звонила, спрашивала, чем я мажу, я банку фотографировала. У меня еще одна банка есть. Вот, здесь опять, вон, видите, листья заросли, яблонька. Она вся цветет почти до низа. Сегодня смотрела формирование, смотрите, мой шпинат. Вот с одной стороны вырос, а с другой стороны нет. Ну вот как так? Как формируют молодые деревца? Яблони, вишни там. Вот, ну он показал там первогодку с одной вот веточки, да? Но у меня, наверное, они такие двухлетние уже, потому что тут веточки такие большие. Я пришла, начала смотреть. И у нас они, понимаете, вот, они были вот здесь, вот видите, срезаны. И одну, и вторую, все деревья были здесь срезаны. Ну, это, наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот, я поняла только одно, что когда дерево, вот эти вот, теперь почки вот эти вот, они самые сильные. Чем выше почка, тем она сильнее. Вот, чтобы дерево потом как бы не разломалось от фруктов, надо оставлять только одну, а вторую будет убирать. И потом запускать там где-то снизу. Чуть, чтобы не было вот так вот, чуть ли не параллельно две ветки, чтобы вот не было вот этих вот граблей, этих вил вот так вот. Больше ничего не поняла, видео сохранила, буду пересматривать. Вот, ну вот смотрите. Видите? Я говорю мужу, может оно еще тут еще и зацветет у меня? Такое ощущение, что там что-то, какой-то цветочек есть, как вы считаете. Вот, так что здесь почечки взялись. Я тут с ними разговаривала сегодня с утра. Рассказывала, как я их люблю, как я их желаю. Девочка, знаете, такое ощущение, что вот цветок, правда? Тут вот, ну, не знаю. Если они двухлетние, трехлетние саженцы, ну, может быть, двухлетние, то запросто, но на нижних веточках. Обычно с нижних веток все начинается. Вот. Ветром положила наши ирисы. Вот и это деревце, видите, оживает потихонечку. Смотрите, здесь прямо наверху, прям почки хорошие. Слава тебе, Господи. Вот. И вот этот вот дядечка сказал, что, как правило, на вот веточке оживают первые 3-4, там 5 почек, остальные типа нет. Ну, не знаю. Посмотрим. Но которые почки, которые будут давать ветки, а там, наверное, на остальных будут листья, я вас, слушайте, я вообще там ничего не понимаю. Вот эта веточка такая, очень такая, знаете, немножечко покоцанная. Ну, вот вроде бы, все они, вот это, наверное, сухая. Ну, будем ждать до последнего, потом я ее обрежу, естественно. И вот это, наверное, видите, вот она сломанная такая. Такое, ну, пострадавшее бедное деревце. Ну, я думаю, в этом ничего страшного нет. Потому что деревья все равно нужно формировать. Ну, и всякое бывает, ломаются деревья, правда же? Вот, так что ожили деревца, я очень рада. Посмотрите, как хорошо картошка урожай взошла, а у меня нет. Мы сажали на один день позже.
Ну вот, у меня один ящичек был такой с проростками, а что в мешочках не было проростков. Посмотрите, как у него взошла хорошо картошка. Так что урожай будет картошка в этом году у нас, фиг его знает. Но он в том году, у него был сорт такой один. Я говорю, ты дай попробовать картошку. Не, слушайте, ни за что не дал. То есть к нему надо вот так вот прийти и сказать, я пришла, дай мне картошки. А так, чтобы он тебе принес там картошку, ну вот мы когда вот он еще не сажал, мы выкапываем там, ну, ему дадим картошку, и он пойдет поест. Никогда ничем не угостит. Вот в этом плане, конечно, он большой поросенок. Смотрите, вон там у нас сирень какая. Мариса за ней следит. Видите, какая красивая. А вот возле там, где у нас это, я вешаю белье, у нас тоже огромный вот такой вот куст. И она вообще почти не цветет. Мы ее обрежем. Пускай цветет. Смотрите, эти артишоки и моя картошка, гляньте, кое-где. Где взошло, где не взошло. Я вот думаю, может быть, Марис мне ее глубоко закопал. А вот здесь, во дворе дочка, ну вот я когда сажала, это которые были в пакетиках, Шарлотта и Монализа, на них не было жир, вот этих еще росточков. Вообще ни одной не взошло, вы представляете? Я в шоке. Какая у нас в этом году никакая, вон, кое-где. Ну вот, может быть, завтра, послезавтра пройдут дожди, может, полезет, и потом уже будем, может, окучивать уже. А что окучивать? Она еще глубже станет. И там вот тоже, Марис, куда он уже лез к этим артишокам? Там не пройти, вон, они уже картошку трогают. Надо листья обрезать. А наши артишоки, посмотрите. Вон, видите, какие? Артишоки очень красивые. Обожаю. Ну вот еще, вот, пускай пару дней порастут. Ну не пару дней, может быть недельку еще, пускай порастут, можно будет снимать. Вот, а что видите, я вам записываю видео, но я ж ничего вам не монтирую, вы понимаете, мне некогда. Когда это, какое я последнее видео выпустила? 24 марта, по-моему, сегодня у нас уже 8 апреля. 2 недели опять задержка, но у меня никак не получается, у меня вечером силы нету, абсолютно. А вон там вон дерево растет, видите, на поле. Это была вообще одна веточка. Вот несколько лет назад я еще Марису, мы это поставили там палочку, помню. И это вот оно, сейчас я вот вам раздвину, вот оно. Не знаю, что за дерево. А Рожиш там все ездит на своем этом тракторе, это косит травку. Так Марис его предупреждал, чтобы он не срезал это дерево. Посмотрите, как оно вымахало. Просто на глазах. А как вот яблочное дерево, так будет расти 8 лет. Хоть бы дожить. Ой. Ну вот этот дядечка сегодня рассказывал, что фруктовые деревья, их нужно обрезать, если мы хотим попробовать яблоки быстрее, чем само дерево вот вырастет это. Он говорит, вот такие блогеры вот есть, которые говорят, оставьте в покое деревья, они сами знают, куда им расти и все такое. Он говорит, да, конечно. Оно вырастет 10 метров. Вот, а яблоки будете есть только, ну, очень поздно. А если вот ее формировать, их формировать, то тогда будет как-то там лучше им. Вот, все. Я иду домой. Слушайте, я вымылась, как порося. Вот он только вымылась. Сейчас надо опять идти в душ, потому что я вся грязная. Я сегодня вон ходила, он голыми руками. Хоть и солнца не было, но очень тепло. Вот. Видите, какой у нас там целый палисадник этих. Видите, Мэгги отвернулась. Потому что она не любит камеры. Она знает, что я с камерой хожу. Вы представляете, это вообще, вот кому сказать... Собака знает, что ее снимают и отворачивается. Ну, мне, наверное, не поверят. Но я вам говорю, это так. Ой, какие тут запахи пошли. Все, представляете, все делаем это. О, дышим, девочки, мальчики. Боже, какие тут запахи обалденные. Ароматерапию проходим. И глазам приятно, правда? Глазам приятно, подышать приятно.
Я сегодня с утра находила. Еще до обеда находила, наверное, 5000-6000 уже своих шагов. О, уже 10000 шагов у меня сейчас. Это сейчас у меня тут все это салюты забьют на часах. Вот так вот никуда. Вот вокруг дома хожу, дорожки делала, цветы носила, поливала, подметала несколько раз. 10000 шагов сделала. Это хорошо для меня, конечно. Потому что мне не хватает ходьбы. Уйти же из дома не получается. Смотрите, как красиво. Как же красиво. Господи, Господи. Вот. Ну что, друзья мои, давайте будем прощаться. Всем хороших вечер. А с вами была, как всегда, ваша провансалочка. Всем пока. Послушайте, так я опять не позавтракала, пошла открыть теплицу. Что вы думаете? Вот, хотела сырник испечь, за яйцом забежать заодно, ага. Ну вот, в итоге взбила на новом миксере себе, вот в этом миксере взбила себе творожную массу, которая у меня была с домашнего кефира моего. И, слушайте, что я вам показываю? Жду, пока запечу. Девчонки, ну смотрите, вот моя запеканочка, какая же она красавица. 20 минут я ее запекала, запотела камера. Я вот сейчас сахарком посыпала, сахар у меня не инжир, а финики. Представляете, первый раз такое видела. Посмотрите, девочки, вот запеканка сделанная на пару. Нежнятина. Гляньте. Это у меня ягода голубика там внутри. Короче, у меня было творога немножечко. Я туда 1,5 ложки манки насыпала, 1 яйцо. 2 ложки сметаны у меня тоже оставалось в банке, нужно было использовать. Соль, сахар. Сахар я добавляла стевию, кстати. Где-то чайную ложечку. Вот ягоды потом добавила. Ну вот она так вот надула, что ягодка вся осталась в серединке вон там. Смотрите. Девчонки, ну на самом деле очень нежно, очень вкусно. Я не знаю, я вас не агитирую. Ну вот я с тех пор, как купила свою вот эту вот мою любимую кастрюлю, я в ней готовлю абсолютно все. Мясо, курицу, утку, все, что можно приготовить. Яйца варю в смятку, все овощи, прежде чем делать какой-то тарт, я запариваю, как бы обрабатываю на пару. Короче, я балдею, я просто балдею от этого всего. Красота, правда же? И у меня, конечно, эта посуда вот специальная. Вот, я очень довольна всем. Сегодня 9 апреля 2024 года. Мы идем, сейчас мне должны привезти мои витамины. Ну, такие, даже не витамины, а пробиотики. Посмотрите, тут у нас запахи такие вообще. После дождика, дождик небольшой прошел. Ну так, и у нас очень похолодало. Я вчера была в одной майке, сегодня я уже и в джемпере, и в жилетке сверху. Но пахнет, вы не представляете, как... Вкусненько там. Смотрите, какой шикарный розмарин. Видите, он такой плетистый. Смотрите, видите, какие у него ветки. Кто его здесь сажал? Да никто, вот сам прилетел откуда-то. У нас вот так вот мусор. Вот видите, желтые баки. Это пластик, бумага, жестяные банки. Вот, а вот остальное там, остальное это просто мусор-мусор. Вот такие вот баки у нас. Ой, слушайте, сейчас вам расскажу, пока в ожидании. Вон там красиво тоже, смотрите, этот желтый куст, а перед ним ирисы. Сейчас я приближу вам. Смотрите, как красиво. Ветер холодный такой, сегодня прям вообще 10 градусов. Мы тут прям позамерзали по сравнению со вчерашним днем. Ну, короче. Показываю вчера новости. Я там что-то готовила, зашла. Я очень много вчера работала в саду, устала как собака. Там на ужин себе собирала кое-что, значит. Ну и пока рассказывают про мусор. Бабушка что-то мне непонятно говорит. Я вот не ем кожу на рыбе. Я тогда мешочек складываю, храню в холодильнике. Короче, там в каком-то городке, не знаю в каком регионе, к ним у них приходит мусорная машина за баками раз в 3 недели. Можете себе представить? Ну хорошо, мы здесь вот живем, у нас компостная яма,
Там есть, допустим, курочки у нас есть, которым можно дать остатки пищи. А люди, которые живут в квартирах, им куда девать мусор? Один раз в 3 недели. Они еще за это платят бешеные деньги. И это все, опять же, наши любимые эти экологи. Типа, чтобы планету не засорять. Так куда мусор девать? Поэтому все города французские, они все абсолютно вот в этих огромных мешках, возле каждого столба, вот этот мусор, эти крысы и все на свете. Это, конечно, жесть. Я была в таком, пребывала в шоке, судя мужу говорю. Я 3 часа вчера думала, смотрела кино, сама все думала, как можно 3 раза в 3 недели вынести мусор? Куда же все остальное девать? Съедать, что ли? Ой, это жесть. Ну, слушайте, написано, что передо мной, вот сейчас уже он последнюю сделал там где-то остановку перед нашей этой доставкой. Ну, вот нету, не знаешь, где он. Смотрите, видите, это дуб. Вот видите, листок упадет, вот уже почек открывается. Только потом падает листочек. И еще, видите, еще он держится крепко. Вот, я все в первые годы все никак не могла понять. Смотрите, уже цветет. Все никак не могла понять, почему на деревьях здесь не опадают листья. Они вот опадают, когда это почка раскрывается, новые листочки лезут, потом забрасывают лист. Вот наш там не забросал весь мой этот палисадник. А вот видите, плющ вот этот, да, на стволе. Ну вот я тут в последнее время прочитала, что он там чуть ли не полезный, создавать тени там и все такое. И что вот это неправда, что плющ убивает дерево. Единственное, в нем недостаток в чем, что он очень сопротивляется ветру. Вот когда ветер дует, вот, у него большое сопротивление у этого плюща. И таким образом из-за этого дерево может наклоняться. То есть так бы вот проходил бы ветер там насквозь, там, допустим, да? А так он за счет того, что... Девочка, послушайте, что-то я не поняла. Дуб же, вот он. Внизу, а это что? Тогда. Ну вот ветки же, вот они. Ну тоже дуб. А там молодая поросль внизу идет. Это нам сломали его здесь. У нас это строил один швейцарец, строил дом. Он француз, но живет в Швейцарии. И вот тут большие у нас ходили эти камьоны и вот сломали. Так он нам тут перекладывал потом и гудрон там перекладывал все. Такой хороший дядька, ходили мы к нему на аперитив, ну, очень богатая семья, конечно. Вот, ну, вообще не очень простые люди. Но если бы вы видели, как мы пришли к ним на аперитив, там поставили 4 ровно чипсы, 4 орешка, вынесли кучу бутылок, по 100 граммов налили там, ну, кто что выбрал. Вот. И все, и закончилось. А нас было человек 8. Ну, вот такие аперитивы. Ну, а так он такой с Марисом поддерживает отношения, такой неплохой мужчина. Так, мои дорогие, сегодня у меня десерт на обед с инжиром, но только потому, что он у меня есть, потому что в идеале, в этом оригинальном рецепте, это черника голубика. Вот, и здесь мука полбяная. Короче, я возвращаюсь на круги своя. Я замещаю продукты, как только я могу. Этот рецепт у меня где-то есть, конечно же, на моем канале, но найти это будет сложно. Где-то надо смотреть выпечка, десерты, провансалочка, что-то в таком вот плейлисте. Вот, и сейчас я его запекаю. Еще я сверху буду сейчас посыпать крошкой. Но у меня нет селфи-палки, поэтому я не снимала сегодня рецепт. Поэтому я буду выставлять этот рецепт на свой телеграм-канал, где я выставляю рецепты, и там вы сможете посмотреть все. Вот я сверху еще украсила стружкой миндальной. Здесь у меня не миндальное молоко, а соевое, потому что миндального у меня просто нет сегодня. А крошка, там у меня тоже миндаль, мука, сахар, столовая ложка масла у меня из этого арахисового. И столовая ложка молока. Вот и все, в принципе, ничего здесь сложного нет. Это обычная крошка, когда мы берем муку, масло и
И что еще? Муку, масло. Когда делаем такую крошку, посыпать. И, наверное, молоко, не помню. И сахар. Сахар, вот. Да, так что здесь сахар, орех, мука и немножко жидкости. И в миксере вообще за 1 секунду все перемололось. Короче, слушайте, это очень вкусно будет. Я в разрезе, конечно, вам тоже покажу. Короче, пришли мои опоры, но вы знаете, они такие сопливые. Вот одну вот Марис установил, мне там ее прикрутил, все. Я вот мне нужно было выложить уже этот климатис, потому что такой ветер, он там весь скручен, он его еще больше закрутил, я его чуть разобрала, и то несколько кончиков это повредил, но ничего страшного. Это мой тайдай. А завтра нам нужно установить каким-то образом второй, но здесь же у меня роза. Но я, наверное, ее просто установлю чуть пониже. Вот таким ярусом, да? Чтобы можно было закрепить розу. Ну, посмотрим. Ну, короче, они такие хилые, я не знаю. Если будет вести климатист, все простится. Если не будет, ну, не знаю, не знаю. Монтана мне так коротко обрезана там, пока она там нарастет. Ну, будем ждать. Девчонки дорогие, всем привет! С вами Провансалочка. Послушайте, вот посмотрите, мой пропребиотический напиток утренний. Ничего не могу сделать, у меня вес. Сброшу кило, наберу 500 грамм. Сброшу 200 грамм, наберу 400. Сброшу 400, наберу 100. И, короче, вот эти вот качели бесконечные, меня это нервирует. Вот, я начала пить, девочки, пробиотики, потому что у меня был очень большой, как бы, как, я болела, и, как, типа кишечного гриппа. Вот, поэтому взяла себе пробиотики. Вот, а как пребиотики, вот, это клетчатка, вот, мне нужно все равно понять, что это такое. Ну, это, наверное, все-таки клетчатка больше, да, продукты с клетчаткой и так далее, которые помогают пребиотикам, как бы, производить все, что они должны делать в нашем желудке. Вот, нашла я, смотрите, привозила еще из Санкт-Петербурга. Вот, у меня еще остатки сибирской клетчатки, прекрасно. Вот кефир. Проростки взбила в миксере и добавила еще зерна тыквы сушеные. И вот, оказывается, смотрите, вот я последний раз купила себе смесь льна, миндаля, бразильского ореха, грецкого ореха. Все это перемолото было как бы в холодную. И написано сурсы, ресурсы, значит, фибра это клетчатка. Селениум и даже омега-3. Ну, прекрасно. Слушайте, очень хорошо. Куплю себе еще инулин какой-нибудь. Надо все-таки вычитать, все-таки, какой из них лучше. Из цикория, топинамбура или агавы. Но про агаву прочла, что еще на организм человека полностью не исследован. Вот, так что, девочки, ну, изгаляюсь я над собой. Сейчас пробиотики выпила, нужно полчаса. И я не заметила время, надо полчаса подождать, потом только принимать пищу. Но вот моя пища будет на завтрак. Вот этих вот 3/4 стакана полезной клетчатки на кефире. И я сейчас посчитаю, в этом есть калории. Девочки, проростки. Здесь вот я говорила, у меня 4 вида капусты. Это, понимаете, это какая-то магия. Посмотрите, какая красота. Это у меня третий день, она очень быстро начала прорастать. Сейчас я ее промою. Потом залью фильтрованной водичкой, либо минеральной, дам постоять тоже минут 20. И потом солью и ставлю дальше прорастать. Ой, ну я обожаю. Мне и вкус нравится, и очень красивые блюда получаются. Посыпать сверху, ну и, конечно же, это полезно. Вот, кто делает еще проростки, напишите, давайте обсудим, кто что проращивает, кто как принимает. Это все-таки это интересно для нашего здоровья, правда же? Марис купил мне удобрения, ну, минеральные, они сейчас у нас все какие-то. Посмотрите, что делается, девочки. Вы видите, эти термиты, это вообще жесть, конечно. Вчера вечером проверяла, не было. Вот откуда они берутся? Жалко, что курочки не могут это поклевать. Смотрите. Вы видите? Смотрите.
Вот же чудо чудесное. Я уж тут на них это молилась, молилась. Смотрите, девочки. Красота. Это деревце похуже справляется. Ну, оно справится. Смотрите, везде почечки. Слушайте, вот уже третий день подряд, видите, висит паутина. Третий день подряд снимаю. Третий день подряд он возвращается сюда. Ну, вы видите, смотрите на него. Вот же паразит такой.